Бэмс, друзья, привет! Не поверите, где мы? Мы на Гранд Фондо, едем с Серегой. Это самый крутой оператор из Канта, из команды Кан, с которым мы будем снимать основной сюжет. А тут будет такой лайв-выпуск. Вот пока можете видеть, как мы стоим в пробочке, как сколько мотополиции, есть даже КамАЗ для... не знаю, для кого. Значит, что? Это Гранд Фондо, это серия международная заездов велосипедных. Будет сегодня и заезд, и гонка. Я участвую в заезде на 100 километров, потому что не вижу смысла пока участвовать в гонке. У меня нету тех навыков и способностей, которые требуются для каких-то прям достижений. Поэтому моя цель на сегодня – это просто проехать, да, безопасно, поснимать, рассказать. И, возможно, уже потом, когда я все это сделаю, заряд эмоций позволит мне в следующий раз, если я поеду, да, если мне понравится, уже участвовать в гоночной дисциплине. Вначале надо получить стартовый пакет, его можно получить до 9:30, сейчас у нас на часах 8:10, мы, пацаны, пунктуальные, приехали заранее, и в 10:15, кажется, уже старт вот моих 100 километров. Ну, все очень серьезно, это уровень, это все-таки Гранд Фондо, это вот, по-моему, в любительских соревнованиях это одно из самых серьезных ивентов, который есть. Ну, и популярных, разумеется. Вот, собственно, стартовый городок, даже температуру проверяют. Надеюсь, у меня ее нет, а то будет обидно просто сюда приехать. Направо. Вот, все, заезжаем на паркинг. Я уже в бибах, потом, как я уже показывал, сзади вел. У Сереги такая большая тачка, что его даже не пришлось разбирать. Потому что недавно я знал, что снимать колеса перегонка – это плохая примета. Поэтому мы их не снимаем. Вообще так вся история. Нужно что-то там настраивать. Это же все, наверное, сложный механизм. Ну, на самом деле, если у тебя колеса на осях, то ты просто... Вот видите, где люди пошли? Да? Да. Блин, я вижу очень... Это точно парковка? За людьми, ладно. Так. Все, на этом с водной мы заканчиваем. Напомню, а, что... Смотри, классно паркуется, тут человек говорит, куда ехать, чтобы все в разнобой не паковались. Прям все четенько так прям. Организация. Вот сегодня, я думаю, это будет пример организации вот идеального велоэвента. Все, друзья, следующие кадры, наверное, уже будут с гонки, потому что основной сюжет будет на канале Канта, который Серега будет снимать. А я буду вещать. Увидимся там. Не, ну это реально просто. Да, хороший. Все, полиция моды. Мы обсуждаем луки людей за глаза. Как вам? Мне очень нравится джерси по Normal Studios и сумочка Рафа. Я бы хотел себе приобрести. Там не только джерси, deep shorts, socks, тоже по Normal. Да? О, покажи номер, и вдруг человек будет смотреть твой блог и увидит себя, и мы одобряем, в общем. Нам очень понравилось. Стиль. Чуть меньше минуты до старта, 103 километра, бодрейшая пачка, давай, сильнейшие юзеры. Сейчас начинаем. Сейчас поедем. Единым командам гонщики не доверяют системы телеметрии, устанавливая на своих гарминах и сонта свое собственное время. Почему бы и нет? Молодцы! Уважаемые участники следующего заезда, дайте все-таки проехать всем тем, кто у нас на 103 километра. Я везу пачку. Наша пачка стартовала, очень-очень долгий старт, не знаю сколько.
Мне кажется, тут 150 участников точно. А то 200. Да, нет? Да, мы в голове едем. Мы в голове. Да, ребята? Смотри, сколько их. Да. Даже без звука. Подранки. Подранки, есть? Руки пусть отдыхают пока. Половинку проехали, 50 с чем-то, надо сейчас, у меня, к сожалению, только телефон, 52 км, средний у нас 30.8, в какой-то момент 32 было, едется очень бодро, Вова вначале дал прям жару, еле усидел, потом куча пачек сменили, чувствую себя как шлюха. Поедим, попьем и дальше поедем. Организация вообще очень кайф, что есть и водичка, бананы, изотоник. Тебе даже помогут, это нальют, дадут, и поедешь дальше. Едем потихоньку, чтобы потом встроиться. С самого начала. У меня была какая-то тактика. И я ее придержал. Так. Все. Так, да, все. От души. Пикалка. Нас. Я надеюсь, она как бы умная пикалка, типа она понимает, как там пункт питания и время она... Да-да, такая, вы же остановились там, мы это не будем начинать. Вот и пачка. Сейчас мы встанем за нее. Природа очень красивая. Подъем у нас, набор. Порядка 1000 на всю дистанцию, на все 103 километра. Лично для меня многовато, но это для меня. Я, как я уже выразился, я плоский фил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте лайки. Да, пацаны. Такая вот тема, друзья. Так вот надо ехать с друзьями. В последних 10 секундах вырвать у них победу. Конечно, я всем обязан Вове. Если бы не его команда, если бы не его коучинг, я бы вообще никуда тут не уехал. Так что, Вов, братан, от души ты лучший. Спасибо, бро, я тебя тоже люблю. Медаль финишера 6 сентября, Волоколамск 2020, Grand Fondo Russia. Друзья, это моя первая Grand Fondo, мне понравилось. Я обязательно приеду еще, не знаю, в этом или в следующем году, но это очень крутой экспириенс. Езда в пачке, все эти догоны, обгоны, смены и прочая тема. Шоссейный спорт – это интересно. Главное найти людей по уровню, именно свою команду, своих друзей, единомышленников и крутить с ними. На этом сегодня все. Увидимся в следующем выпуске.